Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю продолжение видео про птицу Феникса. Давайте начинать. Вот, смотри, вот эта книга о Фениксе. Но там есть еще специальное заклинание, как можно его обезвредить. Вот так. Ну, давай. Ты быстрее читай. Ты же знаешь, я не единорог. И даже не оликорн. Я не могу никак ничего не прочитать. Да-да-да-да-да, сейчас. Я открою книгу. Вот. Сейчас. Так, вот, я нашла одно заклинание. Ну, я попытаюсь, конечно, его сколдовать, но это очень сложно. Ну, давай уже рассказывай, что за заклинание. Эта птица Феникс очень коварна, но если его победить той же магией, которой он пользуется, то тогда мы сможем освободить наших мам. В смысле, победить? Мы его не должны убивать. Конечно же, нет. Короче, он, как и все мы, может телепортироваться. Это же необычная птица. Ну да. Есть тут одно заклинание. Называется телепорт. И если мы его телепортируем быстренько, заберем наших мам в это время, пока он будет в другом месте, мы быстро их заберем и убежим отсюда. Но в скором времени он обратно к себе домой заберется. И тогда все будут в безопасности. И эта птица, и мы, и наши мамы. Может быть, тогда они помирятся. Ну да. Давай, читай заклинание, пока тут уголочки побудут. Ладно? Хорошо. Так это надо как-нибудь, чтобы эта птица исчезла. Надо постараться. Какой зловещий взгляд. Сейчас. Так, Актониус, Докориус, Макониус, Шептониус. Нет, он еще здесь. Засада какая. Может, я что-то неправильно? Да нет, все как по инструкции. Так. Он атаковать хочет! Так. Он сел к нашим мамам, он сейчас их есть будет! Так быстрее, давай! Актониус, Мактониус, Шехтениус, Махтениус, Тугениус, Макониус, Тусус и Бакинус. Он исчез, ура! А? Он где-то тут летает. Ой, он улетел. Это хорошо. Я пока книжку сюда. Давай я мам спасу. Мам, быстрее. Идем. А меня кто спасет? Мама, побудь пока тут. Сейчас. Ой, мама, прости, это все Феникс. Зачем мы только сказали идти туда? Вот я и хочу это узнать. Все, в скором времени Феникс сейчас придет. Нам надо быстрее уносить ноги. Я согласна. Так. Мама. Че, дочь? Ты как это, в порядке? Да, мам, ты тоже. Давай пока пунцую. Мама, тебе помочь развязаться или ты сама? Доча, помоги, пожалуйста. Простите меня, пожалуйста, мисс Старлетт, и вы меня, принцесса. Я себя глупо очень вела. Так я себя тоже глупее вела. Феникс вернулся! Давайте быстрее... Ой, блин, дочки, быстрее развязывайте! Феникс вернулся! Да. Нужны ножницы или нет? Я ща... Подожди, ты ведь сказала, что магия Феникса очень легкая. Ну, как сказать легкая? Но это не важно. Ты ведь можешь с помощью магии Феникса наших мам развязать? Точно, сейчас. Я открою книжечку только. Вот она. Доча, ты мою книгу взяла. Мам, это не важно. Сейчас. Как это забыла? Шу-шу-шу. Вот. Бермонимтус, Шардониус, Фениксус, Ордиус, Макуниус, Тутуниус, Бунитус, Кудитус.
Так, ну что, получилось? Мама, вставайте! Ой, я могу ходить! Я тоже! Ура! Ура! Мы победили Феникса! Ну, как сказать, победили? Это вы его победили? Девочки, мы очень гордимся вами. Вы такие смелые, что смогли освободить нас из лап ужасного Феникса. Ну, просто мы очень заволновались. Мы ведь знали, что это вообще ситуация очень важная. Так вы еще были и в ссоре. Это нам вообще было нелегко. Главное, что вы, несмотря на нашу ссору, все равно дружили и вместе собрались и освободили нас из лап вот этого жуткого Феникса. Ну, мы просто понимаем, насколько нам важна наша дружба и ваша. Молодцы, девочки. Молодцы. И всем пока. Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. И на этом закончилось видео о птице Фениксе. Всем пока. Пока-пока.